Бочек здесь очень много, практически на каждой мы видим значок «Огнеопасно». Мы написали жалобы во все инстанции, которые нам известны. Частично инстанции дали нам ответы, что они выезжали, осмотрели, признали это нарушением, дали хозяину, значит, он обнаружен, предписание, но опять-таки 3 месяца бочки как стояли, так и стоят. Может произойти массовое возгорание, и, соответственно, полетят эти 1000 бочек в разные стороны.